В Донбасс прибыла колонна с гуманитарным грузом из России. Утром более 100 машин пересекли государственную границу, и уже сейчас их разгружают в Донецке и Луганске. Грузовики привезли продукты питания, лекарства, вещи первой необходимости и новогодние подарки, которые для детей и пожилых людей передали из российских регионов представители общественных организаций. Это уже 48-я по счету колонна, которую наша страна отправляет в Донбасс. Всего с августа прошлого года туда было доставлено почти 60 тысяч тонн груза.